Так, друзья, приехали на очередной объект. Это улица 8 Марта. Так, здесь строятся два дома площадью 105 квадратных метров. Сейчас машинка наша отъедет, и мы туда пройдем. Здесь еще второго этажа нет, как видите, но тем не менее он будет вот такой же дом. Сейчас я с этой стороны покажу. Кстати, один из этих домов уже продан, поэтому успевайте. Место шикарное. Участки здесь по 7,5 соток. И расстояние от дороги до домов очень большое. То есть здесь буквально в длину две машины влезет, что очень-очень тоже хорошо. Можно и сад разбить, и какую-то придомовую территорию сделать. Дома уже под крышу загоняются. То есть буквально через 2,5 месяца можно будет в него заселяться. Вот такой дом. Стандартный проект, можно на сайте посмотреть. Площадь 105 квадратных метров. Как я уже говорил, от 110-ки отличается тем, что впереди отсутствует панорамное окно эркерное. И над ним козырек. А так один в один. Из-за этого и площадь отличается. Давайте посмотрим расстояние от соседнего участка до дома. Как видите, здесь расстояние метров 6, не меньше. Любая машина пройдет с этой стороны, можно гараж сделать. В принципе, гараж можно сделать и ближе к забору, потому что придомовая территория очень большая. Вот, смотрите, от дороги до домов очень много места. Между домами расстояние тоже большое, метров 7 примерно. Тоже многим это нравится. Вовнутрь заходить не будем, потому что такие обзоры я уже делал. Скажу только, что если вы в ближайшие 3 месяца планируете ехать в Гастогаевскую и покупать дом, то, скорее всего, я вам вот эти дома и буду показывать, если не продам их раньше. Ну вот один уже продан из этих домов. Вот этот. А этот еще нет. Ну, успевайте. Успевайте. Бронируйте. Давайте я вам сегодня еще попробую показать еще один участок. Там мы только заложили дома 105 и 70 квадратных метров. Просто покажу это место. Возможно, многим из вас именно такое место и понравится. А здесь улочку давайте посмотрим. Она грунтовая, асфальта нет, но преимущества те, что очень большая придомовая территория. И буквально 1,5-2 года ожидается здесь газ. Причем реально ожидается, потому что вот на той улице он уже закопан. Осталось вот его буквально вот сюда провести, и дело в шляпе. Как видите, работа у нас кипит. Сейчас еще покажу одну застройку.